Всем привет, с вами Сергей ДФС. Мы с вами буквально ненадолго. У нас такой спонтанный стрим. Турнамент Desert Cup от портала generals-dfzh.ru. Мы смотрим матч. Какой матч мы смотрим? Я все вам покажу, наверное. Так, покажу, расскажу. Турниры заходим. Турнамент Desert Cup. Сетка. Так, 34 участника. Медведь Леша Кейна уже наверняка рассказывал в предыдущих матчах. Предыдущие матчи вы можете посмотреть. Стараюсь здесь обновлять все, что касается записей, трансляции. Вот здесь вот все, что есть. Можете послушать вводную Чебурек VS L26. Насколько я краем уха слышал, Медведь Леша там раздувал, что куда зачем. Так, а мы посмотрим первый тур. Муслимун против Руиза. Очень интригующий матч нам предстоит. Руиз — одна из самых подающих надежд нашего комьюнити в плане скилла. Сейчас пойдет мое сугубое имхо. Прошу спецами ногами не пинать, про то, что стример, какие-то стримеры там навязывают ему мировоззрение враждебное, уничтожает идентичность уникальную. Что в какой-то момент по итогам мировой серии 2013 бессменный лидер по титулам, по high pro skill, по уровню Гатуза уступил место, наверное, Руизу. То есть, наверное, объективно Руиз показал конкретным выступлением на мировой серии, что заняв в призеры, играв в матч за третье место, что он от нашего комьюнити самый сильнейший игрок. Потом он следом на следующем турнире, там был от Game Replay Store, занял, по-моему, второе, насколько я помню, место. Проиграв только Гуглу, по-моему, в финале. Гугл, напомню, играл, если мне память не изменяет, в финале, да, последней мировой серии. С Сайзом. Поправьте меня, если ошибаюсь. И Муслимун, человек, который попал в Пролигу в этом сезоне, да? Не ошибаюсь, да. А вот видите, барак Пролиги. Здесь у нас лучшие игроки нашего комьюнити. Муслимун среди них с этого сезона. Поэтому это столкновение игроков Пролиги. И это стадия 1-8 финала. Муслимун одолел не без шума Кристалла в 1-16. Многие, наверное, поклонники Олежи хотели видеть его в финале. Но вот так вот оборвалась нежданно-негаданно турнирная судьба Кристалла. Муслимун заработал себе звездочку на башне своего танка. Так, Руиз просит мейк. Деширак, по-моему, хороший вопрос задает. Как хороший? Как же это слово-то? Не актуальный, а... Ладно, я его забыл. Пусть будет животрепещущий. Просто звучит, как ты относишься к теркам с Руизом. Под терками имеется в виду прежде всего отношение комрадов к тому, что Руиз когда-то был увлечен в использовании читов. Потом он как бы извинился, признался и пообещал больше так не делать. И комьюнити разделился пополам. Как относиться к этому факту? Один раз, как говорится, забыл вторую часть, но неважно. Но вот действительно один раз не считается. Или же потом можно смело в глаза человеку говорить об этом. И вот, собственно, корень дилеммы. Так, мое отношение к этому. Мое отношение. Я не знаю, я какой-то латентный маргинал, видимо, в этом вопросе. Мне почему-то не особо тревожит, читерит Руиз или нет. Как-то, не знаю. Мне больше доставляет радость смотреть за его выступлениями на мировых турнирах.
скажете, променял я, да, чистую правду на хлеба и зрелище. Ну да, да, я, наверное, с вами соглашусь. Такая продажная душонка. Так, напоминаю, что BO3 у нас играется в этой стадии турнира. Первая карта — Tournament Desert, вторая — Tournament Desert Resurrection. Про третий, по-моему, в правилах ничего не говорится. Ну, ничего страшного. Ну что, понеслась. Игрока выбирает рандом. Просит Муслимуна Руиза не поддаваться. Что за настроение такие у Муслимуна. И выпадает у нас стелс против стелса. Угу. Ну что, все по-честному, пацаны. Mirror. Наверное, знаете, что в мире про гейминга стратежек в любой, наверное, игре, без исключения, к Mirror'ам очень уважительно относятся в том плане, что терки теряют смысл о том, кто есть имба, что честно, что нечестно. Вот, пожалуйста, все одинаково. Строй любую имбу, пожалуйста, все разрешено. Так, стелс на стелс. Ну, я подрывать здесь не буду, да, наверное? Я думаю, что от того, что оба стелса, это ничего не отменяет. Мужик мне надоел, который мне что-то там говорит постоянно по радио. Когда вот специально он почувствовал, что надо нас отвлекать. Пока что развитие. Нет, смотрите, хотел сказать, идентичное. Руиз не строит подрывников. Вот оно как. А, интересно, на что он делает ставку в плане борьбы за такси? О, ну, сейчас... А, ракетчик, а потом подрывник. Смотрите-ка, что. Какая-то новация. О, первый ракетчик, чтобы... Пораньше побороться за машинки. Подожди, я логику пока не особо понимаю. В итоге все равно добежал. Он еще, если бы, не знаю, мог бы еще и норку отменить, мне кажется, подрывник. Буквально на мгновение раньше. Не знаю, это какое-то супер продуманное что-то. То ли я не понимаю фишки, чем делать ракетчика в бараке. Можно, по-моему, караться с этим. Так, ну что, подрыва у нас, по ходу дела, ни у кого не будет, да? Тэч, да. Не, смотрите, нет тэчи у Руиза. У Руиз что-то сегодня просто делает нестандартное, молодец какой. Или он действительно выдумщик, либо он верит в силу своего хайпер-скилла. Считает, что, ну-ка, надо интригу внести, что ли. Вот, а вот так вот выиграть, да? Так, вот норка Руиза строится у вышки ближней к Муслимуну. Так, ну вот, обижает Тэч. Тэч без подрывников, с одними ракетчиками, да, выходит. А что она будет делать без подрывников, я не совсем понимаю. По-моему, она не по адресу приехала. Потом, да, она тоже это осознала. Не знаю, надо было чекнуть хотя бы. Не знаю, дальний саплай. Здесь, понятно, что коробочка стоит почти всегда. Ну, не стал рисковать им Муслимун. И смотрите, вот эта норка, она очень статичная. Это пассивное войне норок. Очень плохо, что Муслимун не сконтролил ее. Хотя как ее сконтролишь? Можно было, конечно, течу проехать по этому флангу. Не знаю, да, как это делается. Таки я гола меньше играю. Ну, я лишь могу констатировать факт, что у Муслимуна этой норки нету. Рабик прибежал, конечно, на угол, но ее нету. И смотрите, сейчас он может что? Только удачно вылезти, чтобы остаться в игре. Иначе это будет минус игра. Пойти в размен. Опять же, нету норки. Вот видите, то есть проспал атаку, но из-за отсутствия норки он не может пойти в размен. Неоткуда просто идти. Через всю карту не вариант. Ну, это уже на 90% GG оказалось просто. Да, Руис играет с таких генералов понятных, интуитивных. Построил норку, вылез, сделал GG. Да, здесь все очень просто. Аутов практически у Муслимуна здесь не остается после такого. Я даже не могу назвать это фейлом. Фейл — это когда ты, не знаю, ехал на техничке, колесо
лопнул, и ты в канал упал вместе со всеми подрывниками. Это фейл. А когда ты просто допустил установки норки, все пацаны вылезли, ну, не знаю, это просто, наверное, закономерное развитие событий, и Муслимун просто как-то не настроился на игру, ну, не знаю. Вот это больше на фейл было, похоже. Тэч просто отдалась. На квадах еще качнула их. То, что Муслимун отдал свой мейн, это больше, наверное, можно назвать... Муслимун не на волне. Не настроился на игру. Чувствую, либо она ему не особо принципиально. Хотя на меня всегда с опасением. Так говорю, что не принципиально. Если человек с таким напором выиграл Криси, наверное, для того, чтобы просто так популять. Во следующем раунде. В конце концов, он же не дольше. Который может сказать, что ну, я там все равно бежал до магазина. Да, тут как бы нечего особо было делать Муслимуну. Вот такую мы видели игру. За подобный эффект я всегда вот, обвиняю рандом матчапа, который любит разыгрывать проигроки. Что в большинстве матчей рандом на рандом полностью отсутствует какая-то мысль. Из-за того, что как бы вот крутнули рулетку и что-то не вышло. И там сколько-то матчей там из 10 казалось такими интересными, как сейчас. Но здесь, когда... Не знаю, да. Вот. Зачем допускать, что у тебя будет стелс, и ты не будешь знать, что делать, допустим, в матчапе стелс на стелс. Ну вот лишний пример, что почему я лично не люблю рандом на рандом. Потому что это смотреть неинтересно. То есть, не знаю. Если ты хочешь показать, что ты за стелсом, ну подготовь хотя бы там, не знаю, сколько, 9 матчапов. Подожди, нет, 12, да, надо подготовить, чтобы за одну раз, допустим, что-то показывать. А так, крутнули из 144, выпало, ему Муслимун не знал, что показать. Ну, ничего страшного, сейчас будет у нас БО3, потому что, и давайте болеть за Муслимуна. Я ему даже, наверное, сейчас напишу что-нибудь, типа там, тащи! Поддержим Комрада. Мы-то хотим движухи, да, правильно? Так, не Муслимун. Да, написал я ему, что... Дыширак меня предупредил, что Орлан за мной выехал. Я теряю время, пацаны. Сейчас меня будут окружать. Новгородские парни. Так, Делёша говорит, что СК2 ТВ не показывает. Так, а почему не показывает? Сейчас я чекну. Так, ну я допускаю, что что-то тут нафейлил. Давайте еще раз глянем, что не так. Единичка стоит. Нет, все должно быть четненько. Так, карту меняем на правилам, вторая карта опять же у нас фиксированная. Турнамент Десерт Ресурекшн, сейчас вспомним, где она у нас вообще живет-то. Путаница с версиями, кстати, произошла жесткая, не могли с тыквочкой-то стартануть два Ресурекшна разных, и не особо контактируют они, не подгружаются постоянно, если не угадал с версией. Так. Да, работает дядя Лёша вроде. Все, прёт дядя Лёшу. Осторожней. Так, ну что, понеслась. Второй сет. Матчпоинт для Руиза. П
Напоминаю, что мы смотрим 1/8 турнамент Десерт Капа между Муслимуном и Руизом. Муслимун Питер против Руиза Ереван. В игрока про лиги сражается за право попасть в 1/4 кубка. Кстати, забыл сказать, в отличие от классических турниров, где мы тащим на энтузиазме, в этом турнире есть призы. Ух ты! Вот так вот. Пусть они для многих будут символическими, но в том, они есть, самое главное, денежные призы. Спасибо организатору, саксофонисту, это его новый опыт для него. Я считаю, что для, скажем так, отлично для него это вообще. Я уважение жму ему руку, он такую движуху организовал. Не каждому получалось так сделать, просто объективно все ради, скажем. Бывало, кто-то у нас немного там просыпал, часиков на 5, кто-то там вообще не приходил. А вот саксофонист замутил, да еще и пришел там. Ну, вообще нормально все. Так. Чувствую, у нас, кстати, сейчас был не загруз именно из-за, опять же, карты этой. Походу дела какая-то недоверсия. Так, пробуем еще разок. Так, ну все, понеслась. Лазер Руиз внизу желтенький против супервепона Муслимуна. У нас, соответственно, супервепон. Прямо скажем, в этом матчапе, в котором не Тайра, небольшая нивелируется отличие на первой, на ранней стадии в дебюте, потому что слишком сильное влияние оказывает троп ракетчиков, который, там, не знаю, в количестве 1-2 штук сбивает насмерть чинука не отлетевшего. В этом плане совершенно не важно, за лазера или за супервепона играть. Так только уже в средней стадии, там, при масс-спаме хамви может сыграть свою роль, что супервепон самые дорогие, допустим, хамви. С другой стороны, за СВ можно дропать пушечку. Допустим, там пушечка рейнджер, чтобы отогнать и МДшников соперника. Его МДшник, чтобы тебя не давил, и его дозер, там, не знаю. Ну, в общем, канитель-то можно устроить жесткую. Так, и смотрите-ка. Дроп. Вот. Руиз-то идет в дроп, а Муслимун нет. Он идет в макро больше, 2 саплая. Так, 4 чинука я не верю, что он может заказать. 3, да, наверное, так и остается. По ходу дела сейчас Руиз сделает зло. У него это не по наитию, а точный какой-то тайминг. Сейчас будет очень, мне кажется, больно. Хотя, можно замикрить, по идее, я считаю, такой дроп. Но это надо просто задавить, не знаю, там, дозером, хамви, неважно чем. Просто как-то удачно подавить МДшников. А МДшники вот предпочитают в голову не брать мысли о плохом, просто дропаются. Видите, когда я говорю, что можно задавить, надо задавить удачно, это имелось в виду, что МДшники дропнутся где-то рядом со зданиями, и добрый дозер ковшом случайно из-за угла выйдет и заденет ракетчиков. Вот так вот. Ох, браво! Задавил. Ковш-то сработал. Не знаю, мне кажется, надо было вот сюда дропаться опять же. То есть, куда-то Руиз не туда дропнулся. Здесь же правильно было, на открытую местность, чтобы никакие ковши тут не пролетали. Продолжает играть с одного саплая у нас, что у рейнджера есть захват. Есть захват, пошел захват вышек. Да, будет две вышки браться. Такая стратежка. Дроп, два хамви и захват Руиза. Ну, а Муслимун из-за того, что пошел макро, у него сейчас все мысли только пассивно. Вот сюда надо было сразу два ракетчика этого тех дропать. Зачем вниз? Вот такая карта здесь сверху. Все вообще, кто кому не лень, стреляют. Готлы-то уж понятно, МДшники тоже понятно. Сюда бы дропнул, отключил бы саплай, а так вниз ковш пролетел. Ну, смотрите, Муслимун отгрызнулся, отменил захват. Жалко. Ну чё, где качество? Стоило того вообще идти в два саплая? Да, не знаю, все простаяло долго, очень долгое время. Не работал, по-моему, этот чинук. Только сейчас, по-моему, полетел. Таким же успехом можно было сейчас заказать. Ну, Руиза сейчас все держится на захвате вышек, потому что если он их не захватит,
проиграет по экономике просто. Рано или поздно. И он все-таки здесь ты отменил, а здесь отдал. 10 косарь выскочил у Руиза. Но опять же, один не окупается, одна вышка, в том плане, что вот она только захват вроде как купила, но для профита нужна вторая. Вот только бежит он. Поздно, поздно. Но Руиз начинает отставать по экономике. Однозначно. Вот странно, почему он, играя в один supply, не ходит в три чинука. Не знаю, можете меня поправить, но... Если вы идете в один supply, хотя бы три. Два на дальний, один на ближний, это будет... профит где-то посерединке между двух саплаем и одним саплаем. Уже ничего в гору. Ну, там за лишние 1200, мне кажется, хороший бонус к инкаму. Смотрите, не может мускнюнта запросто так вышку еще убить. У него нету, что ли, достаточное количество ракетчиков. О, еще отогнали его, да, вышка качает. Вторая качает. Ну, сейчас Руиз выправил ситуацию. Прямо скажем, это не ах. Две вышки даже, по идее, одного сопла не заменяет полноценного. 2,5, по-моему, по моим прикидам, это нужны вышки, чтобы компенсировать неработающий сопла. Ой, сейчас кого-то... А, высадился хорошо, как контролит Руиз. Молодец. Да. Два УАЗика рассыпалось. Муслимуна. Дороговастенько, конечно, это. Третий. Ой, кладбище УАЗиков. Как же так? Да. Неудачно. Кстати, точка, заметьте, вот введите на заметку, кто переключайтесь с обычного турнамента десерта на Resurrection. Вот эта точка чувствуется как ключевая. Отсюда, не знаю, здесь движухи вот. Организовываешь, стоишь тут, и ты чувствуешь себя, не знаю, зарешивающим парнем. Все можно поделать. Странно, что если не хватает лазер, они же достают отсюда. Лазером-то еще дольше должны дальше доставать, мне кажется. Если уже они простыми ракетами достреливают. Ой, здесь не хватает. Ой, Муслимун-то не доконтроливает, да. Три ракетчики могли одного-то хам точно УАЗика забрать с лету вообще. Так вот, с одного саплая Руиз более не знаю, более отчетненько просто сыграл. Еще заберет в хамве. Да кому даже забирать не надо, можно пешком идти. Что вот саплай не работающий. Пусть он не работает. Чем дольше, тем лучше. Он сейчас тогда отгребет. Чаик. Чаик. Да. Жалко его. Ну, ох, нет. Ничего себе, троих забрал МДшников, пока те наводили лазер. Это да. Второй. УАЗики выдают физические хедшоты МДшникам. А порой вот как вот здесь, допустим, могут пачками отдаваться. А вся разница в долях секундах. Сразу полетит в лазерлок, либо через затупит что-нибудь за что-нибудь там. Элемент рандома очень велик здесь. Ой, ну, слушайте, похоже на 2-0. Ну так вот, чисто внешне. Опять же, я не вижу аута здесь уже для Муслимуна. Да что я говорю, здесь везде какие-то вражеские уже лазники стоят. Трехлычковый спрятался в домике. Два рейнджера думают, как же нам поступить в такой ситуации. Решили не брать в голову и просто постоять, поговорить по душам. Да, здесь уже Муслимын как истинный борец. Воин не выходит. До последнего сражается, хотя, наверное, можно было бы признать свое поражение.
А, вот так вот он хочет, хоп, так приехать одним пухом, блядь. Бах так, ну, здесь, да. Оп, не до его. Последнее здание остается. ГГВП. Сам себе написал Руиз. Поблагодарил себя за хорошую игру. Молодец, какой Руиз. Без лишней скромности. Браво. Руиз одерживает победу и пробивается у нас в 1/4. Да, 1/4, да, все верно. И выходит он на Шишкигами, который, смотрите, одолел Гайвера 2-0 и 2-1 Магу. Вот так вот. Такие вот дела. Вот этот матч будет еще более суровый, я вам скажу. Так, сейчас, секундочку, я гляну, наклевывается ли что-то у нас тут еще. Так, что-то нам доширак написал. Предлагает кик в поле доширак, но мы, наверное, откажемся. Так, какой счет? Счет со счетом 2-0. Побеждает у нас Руиз без Муслимуна. Достаточно быстро, энергично. Доширак пишет, у нас вся страна завтра не работает. Какая страна, интересно, у тебя, доширак, скажи мне по секрету на ушко. Какие там все острова какие-нибудь вирджинские, да? Башкортостан, страна. Ну ладно, я понял твою мысль. Праздник, что ли, какой-то? Это страна, а не автономная республика. Ну да-да-да, я не спорю. Даже не пытался спорить на этот счет. Так, ну что? На этом, наверное, мы закончим, потому что у нас был очень быстренький такой спонтанный стрим. Кто желает, чтобы постримили их игры, пишите, звоните, если есть возможность, я застримлю. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока-пока.